очень красивый вид. По сути опасно, может какого не опасно. Прибрежная сторона тоже ничего, можно плавать. Плыть, скорее всего. Затерянное медвежье логово. Третьего ЖК. Давай. Ух ты, какой ты щедрый. Давай. Так, после того, как заколол медведя, надо двигаться в воду, охладить его, наверное. Приятная вода, чистая, крабы. Здесь, конечно, дополнительные задания, кому интересно, могут спокойно проходить. С историческими такими есть совпадениями, но они не суть, наверное, но очень интересный подход. Так, это кто? Переодели мы его. Ты ранена. Серьезно. Хочешь выдать меня жрецам? Йола. Смотря в чем твоя вина. Так. Тебе не говорили, что умирать на этом проклятом острове запрещено? Ну, озлобленная. Что это такое озлобленность? Я не верю, что здесь бродит. Нет. Я щедро заплачу за его смерть. Ты ведь не о том гигантском медведе на берегу, правда? Медведя мы уже закололи. И еще жив? Этот зверь сбежал из мира богов. Кровавых богов. И я отправил его домой. Вот, получилось, что правильно. Можно не было знаю, идти. Не знаю, кто ты такой, так. Воин. Но возьми. Ты заслужил. А теперь иди. Начинал подхождение с этого медведя. Медведя. Так. Все. То задание медвежья услуга. Вот как интересно, да? Ладно. Медвежья услуга. Хорошо.